Всем привет! 16 июля Ярополк, не изменяя своим традициям, приехал в Купель. Сегодня в России и в мире отмечаются такие праздники, как День рисования на асфальте, День личного повара, Всемирный день змеи. Вот. Но наше закаливание мы посвящаем Дню металлурга, нашему российскому металлургу. Поехали! И все проблемы сейчас уйдут. Металлургов с праздником! Хорошего здоровья! Поздравляю всех металлургов с праздником! Желаем здоровья и сил, и чтобы у них не было никаких происшествий на работе и в жизни. Молодец! С вашим праздником желаю вам железного здоровья. Ух, как красиво ты пожелал, а? Молодец! Григорьев, вручить! Металлургов поздравил и пожелал железного здоровья. Молодец! Себастьян, почему я тебя аватаром называю? Фиг знает. Ты смотрел по фильму? Да. Вообще не догадываешься? Нет. Григорьев, почему я его аватаром называю? Понял? А, все понял. Давай спускайся. Счастья, здоровья. Хорошо. За великую Россию!